поучай, что, что заслужил. Есть в Библии такое и в Коране. Не серп магометанский нас крестил, двусмысленным названием афганец. Не серп магометанский наши сны, как трупы искромсает до рассвета. Мы дети необъявленной войны, мы даже не имеем дня победы. Как отомстить охота за друзей, которых мы в Афгане потеряли, когда слышны упреки от людей, что нас они туда не посылали. Погибшим все равно, но как живым покинуть эту долговую яму, ведь конфликтуя с обществом своим, мы схожи с ветеранами Вьетнама. Кого винить и нашли вина, что вкус борьбы почувствовали с детства, но от отцов последняя война досталась нам как мрачное наследство. Когда чеканя в караул идут, у мавзолея доблестные силы, мне кажется, потомки все поймут, за что же так вождей трясут могилы. Ты получаешь то, что заслужил. Есть в Библии такое и в Коране. Не серп магометанский нас крестил двусмысленным названием афганец. Стоит перед историей страны в тени салютов наше поколение. Мы дети необъявленной войны. Всех ваших неудач и преступлений, мы дети необъявленной войны. Всех ваших неудач и преступлений.